Хей, Ютубу, хей, ВК, с вами был 3.2, и сегодня с вами продолжаем играть в Hell Neighbor Modkit, и сегодня у нас с вами будет опять мод Advance, он уже таких один из частых супермодов, это уже получается Альфа 5, и да. Так, телепорт тут хотя бы работает, нет, походу тут телепорт опять не работает. Понятно. 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 Ладно, придется походу опять самому все загружать. Подожди, а тут может нужно выйти? Не, а. Ну ладно. Так, вот, мы с вами продолжаем. Так, подожди, ага. Так, ну мне кажется, первые акты вообще будут абсолютно обычные. Сейчас мы помним с вами расположение ключей. Сейчас побыстренько это сбегаем, чем-то мы это самое посмотрим. Так, откройте, пожалуйста. А, понятно. Совсем забыл. Совсем, мать вашу, забыл. Так, где окно? Окно вот, ну, залезь. Так. Ага. Подожди. Где тут шляпа? Не, по шляпе ничего нет. Ща. Так, тут ничего. Здесь магнит, да, точняк. Магнит. Выйди, пожалуйста. Так, ничего нет. Угу. Так, тут вроде как ничего нет. Да, нужно, походу, на второй этаж. Второй этаж. Жди меня, подожди. Тут ничего нет, все. Все, значит, я понял. Так, подожди. А, окей. Подожди, а я что-то забыла. Где ключи-то? Ладно. Я что-то подзабыл, где ключи. А, подожди, может тут? Нет. А где ключи я забыл? Подожди. А, тут? Тут, походу, да? Да, тут, все, я понял. Не очку, я понял. Вот, все, я вспомнил. Так, вот, значит, мы все это берем. А я сказал, бежим. Вскрываем. Угу. Так. Ключик. Возьми ключик. Бежим. Прыгаем. Бежим. Открываем, кидаем и идем. Ну, опять придется мне загружать, естественно. Так, ну вот подвал мы с вами вообще прям просто, вот помним прям капец как, поэтому сейчас мы его быстренько пройдем, сюда прыгаем, я сказал сюда прыгаем, да. Так, а вот, оба. У нас где-то сосед есть? Ладно, не совсем меня это волнует, потому что мы, походу, его уже пробежали. Я вообще не знаю, где он там был, но, походу, мы его сами уже пробежали, так что, да. Сюда, теперь туда. Ага. Бежим. Сюда. Да, я мне придется самому все прогружать. Вот. Я надеялся, что хотя бы вот этот вот акт здесь исправят. Но его тут, походу, так и не исправили. Ну-ка, подожди. Вот, давай вот сразу, ради интереса. Газда врубим. Вот ради интереса. Просто ради интереса. Подожди. Ради интереса. Просто ради интереса. Где любой предмет слуг? Так, подожди, не то. О, чудо!
О, мать твою, чудо! Ничего, как в прошлой альфе, не берется. Вот смотри, чтоб ты знал. Я вот любой предмет, вот этот вот, допустим, мне подожди, какой-то берется. Вот ты берешься, вот. Вот. Я не знаю, слышишь ты или нет, но я вот нажимаю. Зажимаю Е, вернее, букву И. Английскую. Я вот ее зажимаю, оно не берется. Я нажимаю на F, зажимаю F, оно не берется. Как и в прошлой, мать его, версии. То есть автор этого мода, если смотришь это видео, я не знаю, смотришь ты или нет, я не знаю, все равно скажу, мало ли что. Вот, ну серьезно, ну вот хотя бы в новой альфе можно было хотя бы вот это вот исправить. Как я, по-твоему, сейчас должен вот просто вот должен проходить вот это? Я никак не должен проходить, потому что я ничего не могу взять. Какой смысл вообще делать альфу, когда ты ничего не исправляешь? Вот вообще ничего. Реально, ну какой смысл? Вот просто какой, кстати, ворон убрал. Вот и все, собственно, вот и все отличие. То есть он чисто ворон убрал. Просто... Замечательно, вот просто замечательно. Нет, ну реально, ну вот серьезно, ну вот ты создаешь новую альфу, да? Вот ты должен исправлять ошибки. Вот скажи мне, пожалуйста, вот тут он исправил что-то? Ничего не исправил. Как было в прошлой версии, так и осталось со вторым актом. Вот в чем прикол? Вот зачем делать новую версию, которая ничем не будет отличаться? Вот зачем? Просто нафига? На кой... Просто для чего? Зачем? Вот тут вот лежит ключик. Я его не могу взять. Вот в чем прикол вот так вот делать версии новые, клепать чисто версии, которые просто вот ничего не меняют. Вот как было, так и осталось. Вот нерабочий абсолютно акт. Вот вообще нерабочий. Вот чисто его берешь и пролетаешь. Вот в чем смысл? Прежде чем, вот я открою секрет, специально для автора этого мода. Прежде чем делать новую версию, нужно исправлять ошибки старых версий. И тут вообще ничего не исправлено. Вот как вот было, вот тут вот ничего не рабочее. Вот так оно и осталось. Вот, короче, единственный нормальный первый акт был именно в первой альфе этого мода. Вернее, второй акт. Да, я сказал второй акт, неважно. Короче, единственный нормальный второй акт был именно в первой альфе этого мода. Остальное все пошло говно. Вот как это проходить можно? Вот как вот это вот можно проходить? Вот я нажимаю на F. Я зажимаю на F. Я нажимаю на E. Я зажимаю на... Все. Ничего не работает. Ни та, ни другая кнопка. Потому что, ну, те, кто спросит, почему ты тогда нажимаешь на F, потому что я такой подумал, типа, что... Просто бывают такие моды, я видел такие моды, в которых, типа, управление немного другое. То есть ты берешь вещи не на E, а на F. И то есть вот ни на И, ни на F тут ничего не берется. То есть, соответственно, вообще ничего, вот абсолютно нерабочий мод. И это еще полбеды. Вот она, вторая проблема. То есть, ну серьезно, ну можно же хотя бы было бы, вот, ну сделать хотя бы вот чтобы он хотя бы вот был вот так вот. Ну хотя бы можно было хуй с ним с этим. Нет, не хуй с ним. Я не знаю, что сказать. Вот у меня слов просто нет. У меня просто вот слов нету, ребят. То есть, ну серьезно, ну вот автор этого мода, если ты вдруг это смотришь, что, ну вот прежде чем делать новые версии, клепать новые версии, ты исправь ошибки прошлых. Исправь. Вот не работает ничего, не работает. Вот серьезно, то есть, вот что за бред, вот просто что за бред, я не знаю. Так, давай еще по-быстренькому пройдем. Подвал второго акта. Все громко-то. Здорово. А, блять, я подумал, что тут что-то нарисовано. Нет, ничего не нарисовано. Так, открываем. Сейчас смело можно врубать вот это вот. Подожди, вот так вот. Я сказал, вот так вот. Я надеюсь, что хотя бы вот что-то в этом моде поменялось, ребят. Ну, серьезно, то есть вы мне говорили, типа, засними этот мод. Вот я его заснял, типа, вот какой уже раз. Очередное обновление. Типа, я надеюсь... What the fuck? Чё за фигня? Я надеюсь, что что-то хотя бы в этом моде поменялось. Хотя бы что-то. Ну, потому что второй акт, какой был, то есть говном, таким и остался. То есть он вообще не рабочий. То есть, ну реально, я надеюсь, что хотя бы что-то в этом моде поменялось.
Ну там я вижу, что с этот подвал третьего акта добавился. Так, ну вот мы в очередной раз прошли. Пройди, пожалуйста. Да. Так, чуть-чуть забыл просто запрыгнуть. Опа, имбирь, здорово, здорово, котейка. Ну смотри-ка, вот третий акт изменился. То есть, хватит виснуть, блин. Да, опять проникающий в хрен пойми куда ноги. Я к этому уже привык в этом моде. Фонарик не берется, ну и фиг с тобой. Освещение тут подправили, и почему-то немного подвисает из-за освещения, но... Да, блин, и хрен подвисать, мне уж как бы нужно видосик-то снимать. Так, получается. Игра. Вот тут и что-то сосед работает. Мы на машину можем запрыгнуть. Так, игра. Игра подвисает. Игра подвисает. Это на самом деле вообще не весело. Это вообще на самом деле не круто. Но сейчас нужно, по идее, меньше подвисать. Слушай, ну третий акт преобразился. То есть ему тут освещение уже какое-то более-менее добавили. И то есть... И все. То есть, да. Чисто освещение добавили, только мне сейчас нужно бы еще магнит найти. Можно мне, пожалуйста, магнит? Магнит дать, понимаете? Магнит мне можно дать? Магнит. Вот магнит такой есть, магнит. Вот, нет, это бинокль. А вот магнит мне можно дать? Я просто забыл, где у меня магнит находится. Вот он магнит, все, я понял, где магнит. Магнит, да иди ты вон, а. Я понял, где магнит. Короче, пока что, я не знаю сейчас, как тут будет, но, короче, пока что мод вообще не поменялся. Вот вообще не поменялся. То есть, ну вот разве что вот в Альфе 3, что не слышу, какой Альфе 3, в Акте 3, вот в этом вот, то есть освещение добавилось, более-менее такое. И то есть, всё, да твою ж налево, что ж ты будешь делать-то, без ГОСТа, куда тут? Без ГОСТа никуда. Так, все, берем, короче, магнит, все, сваливаем отсюда. Пройти ты. Короче, вот так вот просто делаем и все. Это что еще за фигня? Это что за хероборин? А, я понял. Так, все, короче, побыстренько мы бежим сюда. Притягиваем. Берем. А где? Сюда притыкаем. Кладем. А где ломик? Ломик, вот он. Пожалуйста, не выходи, мышка, умоляю тебя. Мышка, не выходи, я сказал. Вот это вот все отхерачиваем. Убираем. Открываем, я сказал, открываем. Открываем. Открываем, я сказал, а что ж ты будешь делать-то, а? Открываем, я сказал. Аллилуйя. Сюда запрыгиваем. Оба. Извините меня, пожалуйста, но каким раком вот я сейчас должен запрыгнуть туда? Сосед, пожалуйста, не мешай. Вот, смотрите. То есть, извините меня, как? Сосед, хватит мне тянуть уже. Аллилуйя. То есть, реально, автор этого мода, вот в прошлой версии, вот сюда можно было достаточно так легко запрыгнуть. А теперь, извините меня, как я должен туда запрыгнуть? То есть, ну реально. То есть, ну реально, ну вот в чем прикол? Типа, вот в прошлой версии было вообще легко запрыгнуть, и то есть, как бы это самое. А вот как мне теперь вот сюда, вот с помощью вот из-за этой вот фигни мне запрыгнуть вообще? То есть, ну серьезно, автор этого мода, вот что ты делаешь с модом вообще? С каждой версии как бы что-то вроде как хорошо, а что-то вроде плохо. Ну реально, вот нельзя что-то как-то более-менее все, не знаю, адекватно сделать. Ну серьезно, что за бред вообще? Так, ладно, давайте проходим сюда. Там у нас ворон. Привет. Привет. Ща, погодите. В общем, да, ребят, как вы могли заметить, у меня картинка. Дело в том, что игра просто вылетела. То есть там у нас написано альфа... Ой, что несу, какая нафиг альфа 3? Почему я называю акт 3 альфа 3? Непонятно. Короче, там акт 3,
тест есть, то есть тестовая, так сказать, карта. Но там она вообще не загружается, то есть у меня просто игра вылетает, вот и все. Значит, разработчик этого мода, если ты смотришь это видео, вот можно задать вопрос, пожалуйста, вот какой смысл вообще создавать те новые версии, если вообще ничего в них не отличается? То есть, серьезно, вот в чем отличие Альфа 4 этого мода вот от этой вот Альфа 5? Вот серьезно. Во-первых, Акт 3, который проходился легче именно в прошлой версии, был лучше. То есть там вот теперь эта фигня появилась, эта вот антенна, и теперь с помощью нее вообще никуда не пропрыгнешь. То есть, серьезно, в чем прикол? Разве что освещение добавилось какое-то более-менее нормальное. Вот и все, собственно. Далее. Ты никак не исправил, вообще никак не исправил Акт 2. Вот в чем смысл вообще делать новые версии, если ты не исправляешь старые ошибки, ошибки старых версий? Вот просто в чем прикол? То есть ты серьезно, ты сделал Альфу 5, но при этом Акт 2 остался из Альфы 4, то есть вообще абсолютно нерабочим куском дерьма. По сути, вот в этой вот Альфе 5 вообще ничего не изменилось. Этот первоначальный, так сказать, пролог, он остался прежним. Акт 1 остался прежним. Подвал Акта 1 остался прежним. В общем, все осталось прежним. Вот все осталось прежним, вообще ничего не исправлено. И даже немножко стало даже как-то похуже. То есть, ну в чем прикол вообще? По сути, я вот сегодня я заснял просто вот еще вот один, вот просто еще одну версию этого мода, которая вообще никак не поменялась. То есть я тут думал, что наконец-то исправят этот вот что-то исправишь, что вот этот Акт 2 вот это вот, то есть как-то будет более-менее все как-то нормально работать, уже ближе как-то релизной версии игры. То есть серьезно, вот в чем смысл создавать новую версию игры, когда вот ты не исправляешь ошибки старых? То есть, ну хотя бы Акт 2 можно было исправить, но нет, зачем исправлять? Правда, зачем исправлять? Пусть остается говнём. То есть, серьезно, основной левел вообще не рабочий, то есть этот Акт 2. То есть, в чем смысл вообще? Просто, что за бред? Короче, ребят, я не знаю, вот если вдруг еще выйдет одна альфа, я прежде чем, именно еще одна альфа этого мода, я прежде чем снимать видео, я, пожалуй, наверное, сразу посмотрю, как там выглядит Акт 2. Вот прям буквально сам, вот без записи, загружу мод, посмотрю, как там работает Акт 2, чтобы уже удостовериться, делать ли по этой альфе, якобы новой альфе, видашку или нет. То есть, ну серьезно, то есть я просто сейчас вот снял еще одну недоработанную версию, то есть вообще никак не измененную и еще даже более недоработанную. Вот в чем прикол вообще? В общем, как-то вот так вот, ребят. С вами был я, Apple 3.2, и всем пока.